первую команду по мотоболу в Коврове собрали из футболистов и мотогонщиков. В 1973 году ковровская команда под руководством тренера Толоконникова приняла участие в чемпионате РСФСР и взяла бронзу. Все мотобольные команды СССР тогда играли на переделанных кроссовых мотоциклах. В связи с этим на заводе имени Дегтярева начали создавать специальную модель мотобольного мотоцикла, а на южной окраине Коврова начали строить мотодром. Команда «Ковровец» — пятикратный чемпион СССР, трехкратный чемпион России, восьмикратный победитель Кубка СССР и двукратный победитель Кубка России, четырехкратный победитель Спартакиады народов РСФСР, призер чемпионатов Евролиги. А легенда местного мотобольного движения Александр Царев четырежды становился чемпионом Европы. В 2018 году Ковров вновь стал мотобольной столицей не только России, но и Европы. Там прошел чемпионат Европы. За неделю команды России, Беларуси, Литвы, Нидерландов, Франции и Германии провели по одной встрече с каждой сборной. В матче за третье место Германия уверенно обошла Беларусь со счетом 14-2. В финал вышли команды Франции и России. Победила Россия.